Господин президент, приветствую вас в нашем доме. Welcome to our house. Thank you. Nice being here. Большое спасибо, мне большая честь быть здесь. Наша страна немного похожа на отдельные области Германии по своему климатическому ландшафту. У нас, как вы знаете, Беларусь не перенаселена. Очень много свободного пространства. Вы, наверное, это по Минску почувствовали. It's beautiful. I saw the... Господин президент, у вас очень красивая страна. Я был очень впечатлен экспозицией, которую я видел на первом этаже. Кроме того, для меня этот визит такая знаменательная дата. Дело в том, что мой первый визит в Минск состоялся 50 лет назад. Я ехал в Минск молодым спортсменом. Я бы уже ничего не узнал. Это совершенно другая страна. We are celebrating these days. Мы в эти дни празднуем 125-ю годовщину Международного олимпийского комитета. The International Olympic Committee. And this is a special commemorative medal. Спасибо. On this occasion. Спасибо. Thank you very much. Welcome. Открою секрет. Мы строили закрытие таким образом, чтобы поблагодарить тех, кто организовал и помогал провести эти игры. Особенно волонтерам, а их больше 8000. That's a very good move. Very good idea. Ну да, и молодежь. В основном молодежь, так мы решили порадовать молодежь. That's a very good idea. До встречи.